Расслабляйтесь. Огонь на поражение. Здравствуйте. Можно тебя спросить, что тебе известно про дроны? Почему они так себя ведут? Ха, точно не знаю. Дроны — сложные механизмы. Мы обратили внимание на необычное поведение, но... Какое именно? Подробностей не знаю. Это вне моей компетенции. Вот наш начальник, Альварес Дишам, это его проект, он тебе расскажет. Где мне его найти? Дишам сейчас в южной части залива Китобоев. Чуть к западу от ущелья чудища. Спасибо. Спасибо. До свидания.
слышал. Что? Что за черт? Что ты? Эй! Противник в секторе! Противник в секторе! Принято! Завалите их! Ищите цели! Попадали на противника! Продолжать огонь! Вот чёрт! Вали этих ублюдков! Надо уходить! Огонь на поражение! Эй, получай! Всех! Давайте, парни! Попал! Не пускайте их в тюрьму! Попал! Меня зовут Номад. Я вас выведу. Это что, побег? Да. Снаружи вас ждет Карл Чесум. Он отвезет вас в убежище. Карл? Карл здесь? Да. Все за мной. Thank you.
Живо! Садитесь! Карл, это правда ты? Да. Быстрее! Вот уж не думала, что так обрадуюсь твоей роже. Давайте, погнали! Что вам тут надо? А ты вообще кто? Эй, тебе сюда нельзя. Thank you.
Просто не верю, что ее больше нет. Не говори, что будешь скучать. Нет. Это вряд ли. Передай Джейсу, что бэкдор останется в программе. Мы его патчить не будем. Дальше справитесь? Я надеюсь. В заливе Китобоев есть исследовательский центр. Они нам помогут хотя бы поначалу. Так что мы пойдем туда. Но это снайперша. Роузбат. Мы уже знакомы. Ходили слухи, что Херцог разрешает ей охотиться на беглых пленников. Неофициально, но все же. Теперь у нее есть веский мотив найти нас. Я постараюсь разузнать насчет нее. А вы пока будьте осторожны. Удачи. Ага. Я проверю, все ли выбрались, а потом мы поедем. И тебе удачи. Готов к бою. У тебя есть кое-что интересное.
Когда появился Сентинел, ты думал, что все так будет? С такими стволами каши не сваришь. А что не так? Это же старье. У противника оружие покруче будет. Ну, любую пушку можно усовершенствовать. Нужны только подходящие детали. Мы тут наловчились все конструировать своими силами. Наши ребята могут изготовить для тебя почти что угодно. Самообеспечение? Круто. Запчасти и материалы можно вытащить из других стволов. В них же полно всего. Ладно, тогда пойду поищу. Все нормально. Не торопись. Думал, что мы окажемся здесь.
Вы, ребята, в норме? Из всей группы остались мы двое. Раций нет, дронов нет. На двоих две винтовки и 8 магазинов. У местных есть вода и припасы. Ну и местечко, да? Черт возьми. Да, обалдеть. Да. Они вроде дружелюбные, но глаз нас все-таки не спускают. Вы знаете, кто сбил вертушки? Не знаем. Но враги точно где-то близко. Я тут на одних нарвался, они звали друг друга волками. С кем? Джейс, с бэкдором вопрос решен. А программисты? Они были в плену у одной садистки, но почти все спаслись. Почти? А остальные? Боже, об этом не думаешь. Осознаешь риски, но не веришь в то, что ты правда можешь кого-то потерять. Мы делаем, что можем, Джейс. Мы потеряли несколько человек, но от нас зависят сотни других жизней. Да. Конечно. Спасибо за все, что ты делаешь. Для этих людей. И для меня. Ну да. Мне надо работать. Если будут новости, сообщи. Будь осторожен. Это я умею. Нам надо помочь заболевать. Но так, чтобы самим не заразиться. Соблюдайте все гигиенические процедуры. Но, как по мне, он идиот. Чем он думал, когда привез на архипелаг тысячи солдат? Конечно, они тут все захватили. Хоп. Эй. Ну ты как тут? Номад. Кто еще кто выжил? Ты отдыхай, друг. Я делаю, что могу. Ты просто супергерой. На. Вот тебе еще суперсила. Мидас пропал. А Уивер... Не думай об этом. Мы совсем разберемся. Оса. Да. С кораблем сейчас вообще связи нет. Поговорю с Мэтсом Шульцем. Он тут главный. Может, у него есть лодка. Не волнуйся. Я приведу подмогу. Иди. Thank you.
думал, что мы окажемся здесь. Ты готов к бою? Сэр, рад вас слышать. Видел отчет о твоих подвигах на Уроа. Отличная работа. Заговор раскрыт. Но нам сообщили из ФСБ, что Стоун связался с группой русских ультранационалистов. У них целый склад химического оружия. Мы уверены, что они планируют масштабную террористическую атаку на США с применением дронов. На кону жизни миллионов американцев. Тебе предстоит обезвредить эту новую организацию, устранив ее верхушку. Главная цель — это стол. Высылаю тебе список их ключевых фигур. Приказ поступил с самого верха, но из-за Конгресса и всей этой шумихи выслать подкрепление мы не можем. Все ясно, сэр. Я не подведу. На это мы и рассчитываем, Номад. Удачи. Когда появился Сентина, ты думал, что все так будет? Если что, спрашивай. Thank you.
Перед смертью папа подарил мне часы. Нигде не могу их найти. Начинаю думать, что я забыла.